под арест и идет уголовное дело. И 15 домов, которые имеют самую сложную экономику, имеют самые сложные с точки зрения временных позиций, с точки зрения банковской ситуации. И стоимость подостройки таких домов очень велика. Поэтому под ним сейчас создана отдельная рабочая группа, она работает 2 недели. Эта рабочая группа занимается только этими 27 домами. У нее также включены все первые люди, которые руководят, должностные лица, наверное, правильно сказать, которые руководят структурными подразделениями и решают эти вопросы. Мы сегодня параллельно ищем инвесторов, либо генподрядчиков и механизмов для компенсации достройки этих домов. И мы должны ставить перед собой задачу, что в тех условиях, когда они фактически все находятся в состоянии банкротства, когда отрабатывается реестр кредиторов, а самая большая важная работа конкурсной управляющей, чтобы выделить внутри аффилированных лиц все сделки, признать их недействительными и отправить эти свободные площади, чтобы достраивать этот дом. После того, как завершится банкротство, мы уже должны в рамках предложения рабочей группы предложить ли инвесторам, либо достройщикам, которые дадут достройку. Да, прямых сегодня прям решений по ним сегодня нет, но у нас есть время, и мы гарантируем то, что ни один сегодняшний житель такой ситуации будет не брошен, а также мы каждый этот дом доведем до логического завершения, до достройки, либо по компенсации гражданину тех нарушений, которые у тебя проходят.